кафе. Здесь такие поставили автоматы, можно сдавать бутылки. Здесь можно кидать вот картон. А с бутылки сдаешь, вот такой билетик дается. Вот мы две сейчас взяли, вот, сдали. Потому что одна бутылка 10 пи, и потом нам скидку сделают. Все сейчас тары, надо сдавать. Ну, можно, конечно, не сдавать, если не жалко. Цены сейчас посмотрим, какие тут. Примерно, кстати, в Лидле такие же, как и в Англии. Булочки не такие уж дорогие. Потому что смотрели мы в других магазинах, были побольше цены. Нормальный еще ценник в Лидле. Бери кулечек и набери, сколько ты там будешь булочек. Здесь, как и в нашем Лидле, всегда акция какая-нибудь дня. Вот здесь, например, виноград за еврик. Тут даже булочки по 9 центов есть. Обалдеть. Тут со скидосом какой-то хлебушек красивый. Тут даже аппарат нарезать хлеб есть. У нас нету такого в Англии. Аппарат хлеб нарезать. Видишь, ставится так. Чик-чик, можно порезать на кусочки. Ну вот, фрукты довольно-таки дорогие всякие. Помидоры €69 за килограмм. Вот. Овощи, конечно, дорогие довольно-таки. Сейчас уже, по-моему, мясо дешевле покупать, чем овощи. У нас даже больше. Да, у нас подлиннее они. 85. Но есть и обычные огурцы. Вон, €59. Такие, как растут в Латвии, непривозные. Так, куда, в какой район? Здесь кофе, хлеб. В принципе, такие же цены примерно. Но, например, для овощей это дорогие цены для Латвии, я считаю. Даже тыква вон есть. Картошка по 69 за килограмм. Обалдеть. Семешки, фисташки. Да уж, цены на фисташки, конечно, очень дорогие. У нас, по-моему, подешевле они. Вон, а, это другие орехи. 3,89 за 250 грамм. Доминика узнала цену, положила назад. Тут такие орехи есть, миксы. В принципе, все то же самое, как в Англии. Но есть много всяких других товаров. Печеньки €19, эти нормальные. А, шоколадные, кстати, дороже. Это на белые только, скидос. Эти €75. Нео, ну, типа, как они, другие эти. Oreo. Типа Орео. Они похожи. Не хочешь такие печеньки? Ты ж любишь. О, то же самое есть у нас. Шоколадное. Этот масло, типа, такое на хлеб, на батон дети любят. €75. У нас, по-моему, фунт 10 оно стоит. Какие-то товары и дороже. Ну, мясо я смотрела здесь, в принципе, выглядит такого же качества, как в Англии. Но что-то какие-то новые есть, другие совсем. Вот, например, в Англии такого нету. Курица замаринованная. Такого нету. Вот они маленькие эти. Стилбинес 800 грамм 3,19. Лосось у нас тоже такого нету. 4,19, 250 грамм. Такой рыбы у нас нету. Вообще, а, это за 100 грамм. Вот они любители, смотрю, здесь вообще за 100 грамм ставят цены некоторые. Надо внимательно здесь. Шашлык здесь есть в Латвии, вот, в Лидле. Мясо выбора у них больше, конечно. Так, цукругалес рибинева по скидосу 6. Вот это мясо похожее вообще, как в Англии, в Лидле. Большие вот пачки. Блин, дорого, кстати. Пятерка за 700. Это для Латвии, я считаю, дороговато. Такое мясо есть тут. Это цугаля. Я думала, это индюк. Нет, это цугаля. 500 грамм, 3,19. 2,62
2,89 есть. Наверное, жирность разная. Сосиски такие же есть, как и в Англии, но много разных других. Вот наши такие у нас такие. У нас, кстати, они дешевле. Здесь они 3,59. У нас они фунт 20, по-моему, сейчас. А местные сосиски, наверное, уже подешевле. Вот какие-то сосиски толстые, 2,35 за килограмм. Все, что привозное, тут дороже. Йогурты такие же у нас есть. А, нет, это не такие же. Много разных другой продукции у них, конечно. Сыры, вот ценники, тоже разных-разных вариантов. Разнообразность, конечно, в магазине у них больше, но и цены, конечно, на некоторые вещи больше. Продукты. Вот этот йогуртик я люблю, он есть здесь. Кстати, Дилану надо взять, как мы берем обычно, если есть корнер. Zero Mais йогурт, вот 750, примерно так же у нас фунт, здесь фунт 20, евро 25, это где-то тот же самый фунт. Но есть такой, вот этот выгоднее брать. Почти литр, евро 13. Какое-то пиво интересное. Аронис Гарана. Что это такое? Не знаю, какое-то пиво странное. Berry Ale. Ale. Что это такое? У нас такого нету. Какие-то закусочки. Батончик. Мотки. Здесь рыба. Посмотрим рыбу. Мне интересно, ценник тоже дорогой, кстати. 3,69 за 475 грамм. Очень дорого это. Есть всякие полуфабрикаты. 50p, а не евро. Говорит, 50 евро мороженое. Ты чё? Такие есть. Картошка фри у нас. Это фунт 10. Ой, даже фунта не стоит. Сколько она у нас? 75 центов. А здесь в два раза дороже почти. У них тут евро 65, это фунт 50 где-то. Такие тоже у нас есть. Конечно. Да, и тоже дешевле цены у нас на это овощи. А пицца сколько стоит? Пицца у нас примерно так и стоит. Кстати, пицца евро 19 одна. Во, мы пробовали здесь морожка 25p. Очень, кстати, вкусная. У нас в Лиделе в Англии бывает только оптом продают. Сразу 6 мороженых там внутри. 6, Доминика? 6. Да, 2 фунта стоят. А здесь так можно поштучно купить. У нас нельзя так. 12? Да, 2 белых и себе можно, и папе шоколадные 2, значит, возьми. А это кинь сюда, где ты брала? Я себе возьму. Хорошо. Пошли чипари, может, возьмем? Так, чипсы. Тут уже другие варианты чипсов, чем в Англии, отличаются, не знаю, какие-то другие совсем. Пили уже. Сок выпили, хотите еще сок? Так, вины примерно такие же цены. 5-4, даже дешевле вины, можно сказать, чем в Англии. Вон вообще есть за шамуро какая-то шампанское, 2,79 вообще. Пиво тоже дешевле у них и больше выбора. В Англии дороже пиво. Так, такие по десятке. Вот это, кстати, в Лиделе алкоголь крепкий, я вообще не люблю. Он потом после него плохо.
Так, тут скидочный стенд какой-то. Так, пройдемся здесь еще. Цены вон на рис. Тоже довольно-таки дорогой в Латвии стал. Я помню, 2 года назад еще намного дешевле это было дело. Сейчас и макароны 0,5 килограмма, 75 примерно, самый дешевый вариант. Ну давай возьмем такой. Там 10. 2,70 стоит. Повыгоднее брать. Ну идем дальше. Тут пройдемся вокруг. Памперсы мне интересно, сколько здесь? 6 евро. Сколько? 30 штук. Это... А вот, которые в Англии есть. 50 штук, 6 евро. Я вот не помню цену в Англии, но все равно это, я думаю, дешевле, чем в других латвийских магазинах здесь, именно в Лидле покупать памперсы. Ну, курчики такие же самые, как у нас есть. Тут похожий товар. Тут тоже такой же стенд консервов. Так. Лабден.